«Нортавто» – это имя, хорошо знакомо не только автомобилистам. 20 лет успешного развития в сфере ремонта и продажи автомобилей – это неотъемлемая часть истории города. 20 лет уверенного стратегического курса и постоянное развитие. Генеральный директор Владимир Николаевич Просвирнин. Его целеустремленность и стратегическое видение являются главным компасом в развитии компании. Руководителем холдинга хорошо знакома вся специфика работы каждого подразделения и каждого специалиста. Сделав ставку на постоянство в качестве, они успешно руководят главным проектом своей жизни. С самого начала нашей работы, это еще 20 лет назад, цель была одна – это клиентоориентированность. Любой человек достоин жизни большого уважения, и независимо от того, на чем он ездит. Поэтому от того, как примут его продавцы машин, как примут мастера на сервисе, очень много зависит наше дальнейшее сотрудничество с клиентом. Перешагивая свой юбилейный рубеж, в компании ценят каждый день прошлого, ведь он стал неотъемлемой частью сегодняшнего успеха. Первая станция технического обслуживания появилась в далеком 1994 году, который и является стартовой отметкой в развитии. Вот отсюда мы начинали. Все здесь оборудовали своими силами. Здесь нам клиенты писали благодарственные слова за то, что могли получить качественные услуги по антикоррозийной обработке. Спустя еще 10 лет, в 2004 году, компания «Нортавто» стала первым в Тверской области официальным дилером иностранной автомобильной компании. «Нортавто» сегодня – это не только крупнейшая в регионе компания, имеющая лицензированный сервис по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Это бренд, объединивший настоящих профессионалов. Редкая компания может похвастаться столь устойчивым кадровым составом. Система мотивации труда и внутрикорпоративная политика «Нортавто» направлена на сплоченность коллектива, на развитие индивидуального мастерства и умение работать в команде. По итогам работы ежегодно выбирается лучший работник года. Для сотрудников компании организовываются летние и зимние корпоративы. В коллективе любят спорт, гребля, тренажерный зал, йога, футбол. Кроме того, «Нортавто» регулярно принимает участие в выездных мероприятиях и во многих соревнованиях, например, в таких как «Авторалли», занимает призовые места. Любой бизнес нацелен на увеличение прибыли, а понятия меценатства и социальной ответственности для многих стали архаичными терминами. Но в случае с «Нортавто» все обстоит иначе. В компании считают необходимым помогать другим, участвуя в благотворительных проектах, и делают это. В каждом салоне группы компаний «Нортавто» есть свой сервисный центр, оснащенный новейшим оборудованием и самый крупный кузовной цех в городе. Компания является одной из самых больших площадок по продаже авто с пробегом. Непрерывное развитие фирмы привело к значительному расширению в бизнес-пространстве. Автомобили марок «Рено», «Ситроен» и «Лада» продаются и обслуживаются не только в Твери. Особенное событие в непростой, но успешной истории компании – это открытие дилерского центра «Рено» в Ржеве, а в скором будущем будет открыто представительство и в Вышнем Волочке. 20-летний юбилей – это начало нового этапа в развитии компании, создание новых рабочих мест, повышение показателей продаж и неизменно высокое качество обслуживания. Если успеху дать имя, то это имя «Нортавто».